медиаплееры Dune являются среди потребителей, пожалуй, самыми почитаемыми устройствами этой категории. И компания не так давно, наконец, обратила свое внимание на бюджетную категорию, выпустив недорогую модель HDTV 101AW. Учитывая тот факт, что предыдущие модели Dune зачастую выполнялись в полноразмерном, хай-файном форм-факторе, непривычно видеть логотип компании на небольшой картонной коробке. В ней вы найдете сам проигрыватель, пульт DU, аналоговый аудио-видео кабель с тюльпанами на концах, HDMI-шнур и блок питания со сменными насадками-розетками. Предусмотрен и выносной инфракрасный приемник, подключающийся к специальному разъему. Приятный бонус – карта с кодом бесплатного двухмесячного доступа к сервису All TV. Медиаплеер TV101AW оказался микроскопической коробкой, которая легко помещается на ладони. Корпус выполнен из приятного шероховатого пластика и заметно увесист, за что стоит поблагодарить металлическую пластину в основании. Она, судя по всему, служит одновременно и радиатором процессора устройства. Резиновые ножки по углам приподнимают плеер над поверхностью, обеспечивая отвод тепла от днища. На передней панели расположились двухцветные светодиодный индикатор работы и единственный порт USB для подключения дисков и флешек. Круглый элемент по центру, напоминающий кнопку, на поверку оказывается окошком инфракрасного приемника. Разъемы для подключения остались на тыльной панели. Они представлены лишь композитным видеовыходом и стереозвуком через мини-джек и HDMI-портом. К сети плеер подключается с помощью 100-мегабитного Ethernet-порта или через Wi-Fi. Поддерживается протокол 802.11n. Прилагаемый пульт достаточно удобен, хотя ход прорезиненных кнопок мог быть и поменьше. Построен аппарат на базе процессора Sigma Designs SMP8670, работающего на частоте 700 МГц. Как и положено современным аппаратным решением, этот чип поддерживает практически все существующие сегодня медиафайлы. Плеер поддерживает и воспроизведение ISO-образов. Для DVD сохраняется при этом интерактивное меню диска, а для Blu-ray, благодаря функции BD Lite, выводится список видеофрагментов, присутствующих в структуре диска, с указанием их продолжительности. Время включения плеера составляет порядка 30 секунд, после чего нас встречает строгое экранное меню, абсолютно такое же, как и у взрослых проигрывателей марки Dune. Оно разделено на несколько секций, в первой из которых представлены источники, в нашем случае это сеть и подключаемый USB-накопитель. Плеер поддерживает чтение и запись на носители, отформатированные в FAT16 или 32, NTFS, EXT 2 или 3 объемом до 2 ТБ. Сетевые возможности заслуживают отдельной похвалы. Dune умеет подключаться к ресурсам по протоколам SMB, NFS, UPnP. Есть и поддержка DLNA. В разделе ТВ расположились иконки предустановленных сервисов онлайн-ТВ, среди которых для нашего региона предусмотрены клиенты Диван ТВ и прочих. Если ваш интернет-провайдер предоставляет услуги IPTV, то в Dune можно настроить соответствующий сервис. Еще одна значительная доля функциональности плеера скрывается в разделе «Приложения». Здесь собраны модули, предоставляющие доступ ко множеству дополнительных программ и веб-сервисов. Среди первых – веб-браузер и торрент-клиент. Оба сделаны скорее для галочки, и всерьез на них полагаться не стоит. Среди вторых – интернет-радио, прогноз погоды, сервис отображения следящих за пробками веб-камер, клиенты служб видео по запросу All TV и Megogo, а также множество других. Магазина приложений у Dune нет, но дополнительные плагины можно легко найти в интернете. Таким образом, можно реализовать поддержку популярных сайтов YouTube, FS.ua, EX.ua и других. Меню «Избранное» позволяет вынести наиболее используемые сервисы или ссылки на папки и сетевые ресурсы на один экран. А вот в разделе «Настройки» пользователь может задержаться надолго. Столь тонкого тюнинга проигрывателя мы не видели ни в одном медиаплеере данного класса. Сказывается хорошая родословная Dune. Стоит упомянуть и про полную локализацию сервиса. Он грамотно переведен на русский и украинский языки.
При проигрывании тестовых файлов Dune HD TV 101AW зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Любое видео открывается за пару секунд, также быстро стартуют и образы дисков. Плеер без труда справляется со связкой CUE плюс FLAC, что позволяет рекомендовать его и для тех, кто имеет большую коллекцию музыкальных файлов без компрессии. Смутить может только экран воспроизведения треков. Он оформлен по-спартански. Несколько строчек с информацией о файле на черном фоне. Dune HD TV 101AW – первый бюджетный плеер компании, который, несмотря на уменьшенные габариты и стоимость, сохранил все лучшие черты своих более дорогих сородичей. Пожаловаться можно лишь на аскетичный набор разъемов. Но в остальном это прекрасный плеер с широчайшими возможностями по настройке и выдающейся функциональностью.